Всем доброго времени суток, меня зовут Раиль Арсланов. Недавно на моем основном канале «Хижина музыканта» вышел выпуск под названием «Баянист впервые в Рунете притворяется новичком в чат-рулетке». Осталось много неизданных реакций, которые просто жалко выкидывать. Их прямо сейчас я вам покажу. Ну а вы поставьте лайк и погнали. Привет. Привет. Как дела? Нормально. На чем ты играешь? Не знаешь, что это такое? Баян? Да? А что смешно? Давай сыграешь нам. Ну, блин, давай, попробую. А он тяжелый, кстати. Сейчас. Знали хоть мелодит? Нет. Откуда это? Что в мире это? Животных. Спасибо, описал нас. Да, кстати. Гимн чат рулетки. Все, мы тебя... Хорошо, мы тебя заскринили. От души. Все. Давай. Привет. Привет. Ты куда собираешься? Сейчас хотела на улицу пойти погулять, но решила посидеть чат-рулетки немного. Везёт тебе? Чё, свободная уже? Нету уроков, ничего нет? Нет, у меня ЕГЭ через 4 дня. А, нифига себе. А у меня в музыкалке экзамен, блин. Сколько? Какой экзамен? Выпускной, ну, типа, или просто? Да, на баяне надо играть. Сколько лет ты учишься? 8 лет уже. Ну да. А тебе сколько? Ну, выпускной. 18 лет. Прикольно. Сыграешь что-нибудь? Да, давай попробую. Блин, даже не знаю. Что сыграть? Вот такая, смотри. Ну это я, конечно, не буду на выпускном играть, я просто... Ну это охуенно, это круто звучит. Да, ты думаешь, что я на выпускном вот так буду битбоксить? Надеюсь, да, потому что это охуенно звучит. Ну да, все будут в шоке. Ну, если нет, то твоя комиссия приемная много потеряет. Они не услышат вот этот шедевр. Спасибо, приятный комплимент. Привет. Привет. Как дела у тебя? Нормально, у тебя как? Да не очень, что-то на лето дали так много мелодий на баяне разучить музыкальную школу. Понимаю. Тебя тоже завалили, да? У меня с фортепиано, правда, такая штука. А, ты занимаешься тоже? Да. Блин, прикольно. Какой класс? Я учусь в колледже в музыкальном. Ого. Вот. Да ты шаришь, смотри, у тебя там каждый день баян, наверное, звучал. Или в другом. Ну, баян, да, каждый день. У меня там все каждый день звучит. И аккордеон, и баян, и скрипки, что угодно, вообще все звучит. Все раздражает, все надоело. Да. Что-нибудь для себя приятно играешь, не разучиваешь, всякие Людовика, Эунауди там. Нет, такое я не учу, я учу немножко другое. Что интересно? Ну, мне нравится Рамштайн, Скиллет, Металлика. Вот это я люблю, вот это я сыграть могу. Классно. Да. Может, заценишь это, смотри.
есть кто не узнает, вот поверь здесь. Грустно, я играл. Грустно. Да. Ты так просто рок назвала, и я решил сыграть. Кланяюсь, стоя просто. Да. Ты не слышал, чтобы на баяне такую вещь играли? Я слышала, у меня папа сам баянист. Ага. И скрипач. И он такие вещи вот играет роковые, да? Да. Вот. Мы с ним класс часто там вместе что-нибудь играем. К нам потом соседи приходят, правда, жаловаться, типа, вот что такое, что вы опять устроили? Мы говорим, наслаждайтесь, пока можете. Да-да, правильно. Хороший ответ. Да. Надо их заткнуть, а то они что-то вообще распоясались, эти соседи. Ну, нас даже ментуру вызывали, говорят, типа, играют постоянно. К нам приходят, то есть, как бы, я живу с отцом только, и все. Ну. К нам приходят, такие, типа, что такое? Мы говорим, мы семья музыкантов, я не знаю, что мне нравится. Ну. Ха. Видимо, слишком жесткую музыку играете. Ну, я играю все, что дают, и все, что сама хочу. Ну, соседи мне нравятся, соседи не ценят меня. Да уж, обидно. Твой французский поцелуй, ты целуй меня, целуй. Чё, поём? Целуйтесь, да. Есть получше песня? Да. Нормально. Всё, круто. Спасибо. А слова не знаете, что ли, Лесника? Не знаем. Если вы еще не видели основной выпуск, значит, вы очень многое упустили. Посмотрите по ссылочке в описании. Этот выпуск точно попадет в историю, потому что он первый в баянной сфере. На этом все. Обязательно поставьте лайк, напишите комментарий и подпишитесь на канал с колокольчиком, ребята. Обязательно. Ну и скоро увидимся. Всем пока.